Реконструкция стадиона «Авангард» завершилась, проведен большой объем работ. Новые зрительские трибуны, резиновое покрытие, трек для мотогонок, также установлено спортивное оборудование для мини-футбола и баскетбола. Проведена и реконструкция гаревой дорожки, заменено ограждение стадиона. Сейчас сотрудники наводят порядок на объекте. Мы закончили все необходимые работы, а именно реконструкцию стадиона «Авангард». В рамках реконструкции было построено вновь новое здание АБК, новый трек, вынесены все коммуникации с территории стадиона, установлено современное освещение. В рамках второго этапа были проведены работы по полной замене всех железобетонных изделий трибуны, установке новых кресел, установка судейской. Напомним, реконструкция началась еще в 2020-м, а уже в ближайший четверг состоится первая домашняя гонка по спидвею между командами «Восток» и «Турбина». Зрители ждет большой телевизионный экран и новая система освещения, которая позволит проводить мероприятие допоздна. Отметим, в этом сезоне в рамках командного чемпионата России по спидвею во Владивостоке пройдет несколько домашних гонок. 13 июля «Восток» сразится с «Турбиной», 27 июля с «Мегаладой», 3 августа с «Башкирией», а 7 октября пройдет Кубок России. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на 8.